Абаканский ЗАГС снова принимает молодоженов. Ремонт фасада строители закончили в срок. Во внешнем облике здания ничего не поменялось. Сохранена цветовая гамма, материал для отделки и даже шрифт вывески с названием те же. Просто все новое. Сегодня в обновленном ЗАГСе свой брак зарегистрировало 10 пар. Однако скоро абаканским влюбленным снова придется жениться не здесь, а в домах культуры. В планах у работников ЗАГСа внутренний ремонт помещения. Но судя по тому, что заявления от молодоженов не переставали поступать, их это не пугает. Говорят, важен факт регистрации, а не место. Все приятно и, как это сказать, женщины, которые работают, очень все приятно везде проводили, пригласили.